Строительно-монтажные работы медицинского центра «Жуковский» завершаются. Сборка физиооборудования, офтальмологической, стоматологической, гинекологической установок, УЗИ-аппаратов, оборудование для восстановительного лечения уже готовы к работе. В стадии монтажа – грязевые ванны, криосауна, лор-установка. Мы ждем на подходе у нас оборудование для функциональной диагностики и лабораторное оборудование. То есть практически 90% оборудования на сегодняшний день смонтировано, привезено, доставлено на наш объект. После открытия медицинского центра восстановиться в санатории «Жуковский» смогут люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринологическими патологиями, в основном сахарным диабетом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причем это могут быть как дети, так и пациенты преклонного возраста. Представители Совета Брянской областной думы, выехавшие сюда практически в полном составе, проделанной работой остались довольны. Не гранд-отель, как говорится, но в близлежащих территориях, да, ну, не худший. А внутри насыщение всей аппаратурой, всем оборудованием настолько современно, что не требует никаких пояснений. Новейших импортных медицинских установок для центра закуплено почти на 60 миллионов рублей. Оздоравливаться здесь будут до 1000 пациентов, причем за счет бюджетных средств. Кстати, санаторий – учреждение автономное. Это значит, что есть возможность ему развиваться как за средства областной казны, так и используя ресурсы от путевок, приобретенных частными лицами. Мы должны принять решение. Сначала здесь, потом, может быть, на сессии, а потом в рабочем варианте. Вместе исполнительная власть, законодательная власть, независимые профсоюзы Брянщины прийти к какому-то решению обоюдному, чтобы два сегодня автономных предприятия соединить в одно. Большую благодарность необходимо выразить губернатору и Гайдукову Владимиру Ильичу, вот, что они совместно со своими коллективами приняли это решение. И никто, не боюсь этого слова, не верил. Даже работники обкома профсоюзов, они говорили в прошлом году, это одни разговоры. Но сегодня они уже улыбаются по-другому и видят другой результат. Есть еще вопросы, которые необходимо решить. Однако мы полагаем, что из всех вариантов нашего сотрудничества будет найден оптимальный вариант, который устроит всех. Приемлемый для всех сторон. Приемлемый для всех сторон. Федерация профсоюзов готова рассмотреть любые варианты сотрудничества, которые не идут вразрез с нашей политикой. Все для человека. Примечательно то, что часть оборудования для центра произведено не только за рубежом, в частности в Германии, но и на предприятиях нашей области, таких как электроаппарат и электромеханические заводы. Потому что это все-таки для Брянщины рабочие места, и в том же на заводе электроаппарат. Но в целом мы, конечно, понимаем, что сегодня еще даже Российская Федерация не в состоянии обеспечить своим оборудованием все это. Важно для нас то, чтобы все это оборудование работало, эксплуатировалось в полном объеме, чтобы не было простоев. И, конечно, этот прекрасный корпус позволит оздоравливать нам взрослое население и детское население на совершенно другом уровне. Работа учреждения именно как санаторно-курортного возможна только в случае передачи зданий медицинского центра города Жуковки, принадлежащих санаторию Жуковскому, в областную собственность. Пока этот вопрос по-прежнему остается открытым. А первых посетителей, лечебный корпус, на базе которого и разместился медцентр, как обещают областные власти, сможет принять уже после 17 сентября. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров, события, Жуковка.